Давай. Всем привет. Меня зовут Егор Сазыкин. Я 2001 года рождения. В 21 году я закончил Московскую театральную школу Олега Павловича Табакова. Наш курс стал его последним набором и одним из первых выпусков Владимира Львовича Машкова. Два великих мастера стали моими учителями, которым я очень благодарен. На последнем курсе я сыграл три главные роли в дипломных спектаклях. Я пробовал себя в разных образах, брал эту учебу по максимуму. Сейчас вспоминаю это время как один из самых прекрасных периодов в своей жизни. Наверное, этому способствовал мой характер, который сформировался еще в детстве в спортивных секциях, которые я посещал. Карате, волейбол, баскетбол, футбол, гандбол, пинг-понг и плавание. Спасибо за внимание и до самой скорой встречи.